биографию человека. Как и каким образом? Я вам сейчас объясню. Мужская тюбетейка, которая на Востоке многие кто носит. В Самарканде то же самое. Если просто взять ее, складывать, это как арка. Арка — это ворота рая. У рая имеется 8 ворот. Они все по форме как арка. Если раскрыть, это купол. Купол — знак неба. Небо одно, мы все по одному небу. И, конечно же, печь. Знак оберега. И плюс это эмбрионы. Капелька воды и капелька крови. То есть жизнь и смерть. А символ бесконечности — это продолжение зачатия, потому что у каждого мужского пола должно иметь очень много детей, чтобы продолжился его род. А вот этот купол, это означает то, что у каждого человека только один единственный дом. Когда он жив, это мечеть, когда он умирает, это его могила. А линия, которая посерединке имеется, это означает то, что он женат. То есть жизни путь он не одинок. Как у нас говорят, то, что одиночество дано только Богу, а остальные все должны иметь свою половинку. А второй купол, это означает то, что у каждого мужского пола должно иметь свой, можно сказать, головной убор. Как это на Востоке король без короны. У каждого короля должна иметь своя корона. И внутри имеется, можно сказать, три кружка. Я прав, уважаемая? Вот. Это означает то, что у этого человека было ровно три сына. И между ними имеется две крестика. Видели? Заметили? Это означает то, что у этого человека было двое дочерей. То есть у этого человека было ровно пять детей. Три сына и двое дочерей. А вот эта линия, которая вот там внизу имеется, это означает то, что он линия жизни, линия носения тюбетей. Если жена пришила тюбетейку своему супругу, чтобы он нес где-то 5-6 лет, в течение 5-6 лет тюбетейка не потеряется, не испортится, не порвется, владелец не умрет, то есть вот эта линия полностью оставалась. Или одно из тех случаев, которые я пересчитал, что-то случится, просто одну ячейку убирали, это означает неполноценная тюбетейка, потому что оно не служило своему хозяину. Если полная круговая линия, это означает полноценная тюбетейка, оно служило своему хозяину. И можно смело оставить своему сыну, внуку, правнуку на долгую и приятную память. Вот такие тюбетейки для юных прекрасных полов, то есть до замужества, можно сказать так. Белый фон, красивый орнамент, безупречный узор, солнце или куски звезды. Это все символ невинности, конечно же, чистоты. А после того, как прекрасный пол выходит замуж, она одевает золотые швейные тюбетейки. Как у нас на Востоке говорят, каждый прекрасный пол достоин золотой жизни. И как наши предки говорили, после замужества каждый прекрасный пол обретает рай. Юная невестка до 5 лет носила бисерные тюбетейки. Это символ элифа. Элифа — это означает единственное, конечно, неповторимое. А после 30 лет каждый прекрасный пол носила более скромные, но очень значительные тюбетейки. То есть 4 стороны света. Разрешите вам сказать, уважаемый прекрасный пол, как бы на вас ни посмотреть, вы должны сиять как солнечный луч. Потому что сам Творец сказал, когда я создал Еву, я дал ей 3 луча солнца. Почему 3? И как оно называется? Дочка, жена, мама. Они путь к раю. Не зря у нас говорят то, что воспитай хорошую дочку. Будь мужественным мужем. И самое главное, чтобы мама гордилась тобой. И тогда для мужского пола откроются ворота рая. Паспортом женского пола у нас была паранджа. Паранджа делалась на две части. Вот это.